Сьогодні в нашій програмі на вас чекає знайомство з трьома дітлахами – братиком і сестричкою Іванком і Діаною, а також з чудовою тендітною Сніжаною. Іванко і Діана дуже дружні між собою, багато часу проводять разом, спілкуються, грають. Іванко серйозно займається боксом. В майбутньому мріє стати професійним спортсменом. Діана ж – натура творча. А от Сніжана повністю відповідає своєму ніжному імені. Вона добра, спокійна, лагідна і співчутлива. Герої нашої програми – хороші діти. Кожен з них, незважаючи на маленький вік – особистість. Вони живуть в нашому непростому світі, отримуючи підтримку вихователів і педагогів. Але мріють про найважливіше для кожної дитини – люблячих тата і маму. Прислухайтесь до свого серця. Може, ці діти чекають саме на вас? Давайте знайомитися. Як кого зовут і скільки вам лет? Я Ваня, 12 лет. Так. Я Діана, 8 лет. Ага. Так, брат і сестра, возраст замечательний. Рисуєте, я вже вижу, дуже хорошо. Давайте поговоримо спочатку о рисунках. Да, Ванечко, у тебе тут, в принципі, більше об'єктів. Давай почнемо з тебе. Дом, дівчинка. Девочка, я так думаю, что это Диана, да? Да, себя ты еще не дорисовал, только начал. Цвета хорошие, яркие цвета, значит, у тебя и характер такой солнечный. А вот давай ты мне расскажешь о Диане. Вот какая она? Она веселая. Так. Любит баловаться. Ага. Любит играть. Так. Футбол любит даже играть. Даже футбол, здорово. Диан, правда? Да. А почему футбол? Ты же девчонка. Ше, Ваня так хочет. Вы много времени вместе проводите, вот когда вам удается? Да, играете вместе? Да. Да. А какая у вас самая любимая совместная игра? Кто мне расскажет? Догонялки. Как? Догонялки. Догонялки. Так, как это выглядит? Расскажи-ка. Ну, я за ней бегаю, до нее дотрагиваю, значит, она меня догоняет. Потом она до меня дотрагивается, значит, я ее догоняю. Так, хорошо. А вот выигрыш, да, то есть победа, кому засчитывается, может быть, за сколько раз, да, допустим, догонит ли человек? Вот как это выглядит, как победа выглядит? Чем больше количество, тем, значит, выиграл. Так, победителю нужен приз. Как вы друг друга награждаете? Просто радуетесь, да, своей победе. Хорошо, а если это на улице, допустим, вот весной или летом? Ну, можно же сорвать цветочек, это я вот мальчику подсказываю, да? Вот, и отдать его Диане, если она победит. Можно так сделать? Можно. Правильно. А скоро 8 марта. Как будешь поздравлять Диану, какими словами? Так, ты слушай, но не очень. Подарю валентинку и... Так, ой, точно, это же даже еще до 8 марта у нас День Святого Валентина, да? Так. Поздравлю, скажу с днем, это День Святого Валентина, с днем Святого Валентина, там, желаю удачи, добра, всего самого хорошего. Так, запоминай, видишь? Любишь Ванечку? Да. Когда вырастете, много будете общаться, хотелось бы жить рядышком? У вас будут свои семьи, конечно, вы будете успешными, хорошими людьми с образованием. Но будете общаться вот так, как сейчас, по-теплому? Да. Да? Да. Да. Кем хочешь стать? Какая профессия интересует? Хочу вообще стать спортсменом. Ага. Так, значит, если хочешь стать спортсменом, уже что-то для этого делаешь, да? Что тебе нравится? Какой вид спорта? Может быть, ты чем-то занимаешься? Так, ну, пока вот любительский. Бокс. А? Бокс. Бокс нравится, да? Есть опыт, занимался? Да. Да? Угу. А где, в школе, с тренером, что это? С тренером. С тренером. Какой успех? Нормально. Нормально? Да. Да. Скажи, пожалуйста, вот в первый раз какие ощущения на тренировке, да? Не страшно, что тебя ударят? Чуть-чуть страшно. Угу. Потом привыкаешь и все. Ну, я знаю, что у боксеров, да, как и у борцов, как и у дзюдоистов есть все-таки какой-то кодекс, да, поведения, правила поведения, чтобы не навредить. А расскажи-ка вот о нем. Ну, нельзя в боксе ниже пояса бить. Угу. И все, там ниже пояса и все, остальное можно.
Это когда соревнования, когда бой идет, да? Но вы же в обычной жизни тоже, в принципе, да, бывают и конфликты, и, ну, хочется, вот, даже если, ну, допустим, какой-то конфликт, да, ты приходишь в такое состояние, что и злость бывает, ну, все бывает, это же чисто человеческие такие ощущения, да? А вот как тренер говорит, можно ли применять вот эти свои знания в обычной жизни, или все-таки не стоит и нужно решать конфликт вот все-таки словами? Мне тренер говорил, что тоже надо, желательно словами. Угу. Ну как, удается? Ну, иногда да, иногда да. Нет. А... тренеру надо избежать от драк. Угу. Стараешься? Да. Так. Яночка, а что тебе нравится, какие занятия? Парикмахер. Так, ты хочешь стать парикмахером. Прически уже делала подружка? Да. Что умеешь делать? Может быть, косы какие-то красивые плести, хвостики делать? Хвостики, косички. А сегодня вот кто тебе прическу делал? Сама. Сама. Угу. Так, а ободочек у тебя очень красивый. Ободочек, откуда он у тебя? Сама делала. Сама делала? Значит, ты еще и вот всякие творческие вещи можешь. Здорово. Вот знаешь, это называется вот ручная работа, handmade, да? Вот, сама, что-то сама делаешь. Ободочек мы видим. Что-то еще, может быть, из бисера плетешь, вышиваешь? Вышиваю. Кто научил? Сама. Сама потихонечку, да? Какая твоя была первая работа? Что вышила? Давай вспомним. Цветки. Цветы. Какие это были цветы? Игрушечка. Так. А что вообще, какие картины тебе нравится вышивать? Вот какой сюжет? Картинки всякие. Ну, что это какие-то герои мультфильмов, это цветы, это, может быть, какие-то пейзажи? Да. Герои мультфильмов и цветы, и пейзажи, да? Да. А, ты нарисовала дом. А давай-ка пофантазируем, кто там будет жить? Сколько там человек? Ваня. Так. С тобой. Так, хорошо. Ну, а взрослые? Нужны же взрослые. Так. Папа. Мама, папа. Бабушка. Угу. Дедушка. Так. То есть целая большая счастливая семья, да? А как ты думаешь, для человека семья очень важна? Да. Да. А ты как считаешь? Да. Чего бы вам хотелось достичь в жизни? Вот вообще, какой вы свою жизнь видите, будущую? Я хорошую вижу жизнь. У меня сбудется моя мечта, я стану боксером. А ты? У меня тоже сбудется мечта парикмахером. Удачи вам в этом. Вы большие молодцы. Спасибо. Да? Умеете? Чтобы мечта сбылась, давайте возьмемся за руки, да? Все, давай вторую. Все, и загадываем желание, да? Чтобы у Ванечки и у Дианы все было так, как они хотят, да? Все, супер, молодцы. Thank you.
Снежана, 6 лет будет вот через пару дней, уже совершенно взрослый ребенок. Снежана у нас веселая, активная и общительная девочка. Она интересуется окружающим миром, любит наблюдать за изменениями в природе, замечает внимание, акцентирует на все детали. Также она любит рисовать, играть с куколками, просматривать мультфильмы и интересные детские книжки тоже любит смотреть. Она у нас трудолюбива, очень старательно выполняет все поручения старших, и ей это нравится, то есть она у нас помощница. Вот. И что, она еще любит, и не то что любит, она умеет прийти на помощь, ободрить, утешить, помочь маленьким и старшим. То есть она у нас замечательный ребенок, но самое главное, это, конечно, ей хочется найти ту семью, которую о ней будет заботиться, любить ее и воспитывать. И тогда этот ребенок проявит себя, свои особенности раскроет, свою индивидуальность и, конечно, почувствует себя нужным и полноценным, замечательным ребенком. Да, Снежан? Скажи «да».